Виталий, приветствую тебя. Наша вторая встреча в рамках недели. Мы, друзья, продолжаем анализировать текущий новостной фон, или лучше, скажем, возможности фундаментальные технические. На выхлопе все конкретные рекомендации, тенденции, которых можно придерживаться, где, по нашему мнению, сейчас скрываются деньги, профит. Ну и, конечно же, уже для вас это база принятия торговых решений. Очень, друзья, надеемся, что вы информацией этой пользуетесь и, соответственно, пополняете ряды трейдеров и спекулянтов, которые системно, обдуманно и адекватно торгуют на финансовых рынках. То, что сейчас происходит на них, конечно же, еще больше повышает интерес к трейдингу, потому что сейчас и новостной фон очень насыщен именно какими-то локальными вбросами разных ивентов, вот начиная от ситуации с ковидом, которую некоторое время назад мы уже убрали далеко в прошлое и решили, что сможем сфокусироваться уже непосредственно на каких-то макроэкономических трендах, на политике ЕЦБ, на там, ФРС, других регуляторов, которые будут отказываться от мер экономической поддержки. Все возвращалось опять же на своя, но вот этот новый штамм, которого мы затронули эту тему, опять же, с Виталием в прошлый раз, омикрон, который сейчас омрачает рыночные настроения, представляет снова большую угрозу и остается фактором значительной неопределенности, потому что трейдерам очень трудно сейчас принять решение для особенно долгосрочного трейдинга, потому что нет понимания, как и что будет происходить с риском из-за высокой вероятности все-таки панических распродаж, которые могут случиться, вот как это было в 2020 году. Сегодня тема омикрона, она несколько меркнет, опять же, в свете вчерашнего выступления Пауэлла. Я благополучно, опять же, находился дома, думал, что рынки уже ничего интересного не преподнесут под закрытие торговой сети. Но вот оказался неправ, потому что Пауэлл абсолютно полностью перезагрузил сознание трейдеров, которые рассчитывали на то, что американский регулятор, если останется верен курсу постепенного выхода из стимулов и курса на постепенное ужесточение монетарной политики, эти решения будут принимать поэтапно и последовательно. Но вот даже не дожидаясь заседания, которое состоит 14-15 декабря, Пауэлл, как мы сейчас уже знаем, вчера позволил себе формулировку, что из-за растущих инфляционных рисков, которые сейчас бьют всевозможные рекорды, исторические прецеденты по там, показателям десятилетние, за десятилетия максимумы, все это стало причиной комментария о том, что регулятор на заседании 15 декабря с вероятностью 100% еще больше ускорит сокращение программы количественного смягчения. И, наконец-таки, Пауэлл признал ошибочный довод относительно того, что ранее он считал, что инфляция – это что-то переходящее, что-то временное, потому что последние именно риски, связанные с усилением логистики, там, с транспортировкой, с срывами цепочек поставок, с проблемами на рынке труда и сейчас еще вновь актуальные риски ковида, конечно же, любому здравомыслящему человеку дают основание предположить, что инфляция далеко не достигла еще своих пиковых уровней. И ФРС, конечно же, решил все-таки признать это сейчас и анонсировать преждевременно, подготовить общественность к тому, что заседание декабрьское будет значимым на события, важные решения. И я думаю, что ФРС сократит программу количественного смягчения, начиная с января, еще на 30 миллиардов. И, соответственно, примерно к марту ее полностью завершит. Там уже будет вопрос открыт для повышения процентной ставки. Ну, давай тогда к реакции рынка. У меня прям евро-доллар открыт сейчас на терминале. Европейская валюта, которая росла именно на локальной слабости доллара, вчера достигла максимума. Это был уровень 1.1382. Я, кстати, рекомендовал рискованную сделку, когда мы там были на отметке 1, ну, где-то 1.12, в общем, 80.
В общем, со стопом на уровне 1.1320, это максимум, который был ранее обозначен, сделка была закрыта по стоп-лоссу. Но вот эта вот свеча, это часовой таймфрейм, друзья, это как раз реакция трейдеров на выступление Пауэлла, потому что точно такая же свеча наблюдается, конечно же, в отношении доллара, который получил поддержку на факте скорого ужесточения монетарной политики. Риск очень сильно просел в связи с этим. Как действовать по европейской валюте дальше? Я вижу ряд причин, по которым нужно оставить в приоритете шорт. Это именно контраст монетарных политик ФРС и Европейского центрального банка. Это все еще актуальный, даже еще более выраженный настрой Федрезерва на то, что нужно сокращать экономические стимулы. Это, друзья, выявление случаев нового штамма омикрона все в большем количестве европейских стран, в частности, вот последняя статистика в Нидерландах, в Швеции и в Дании. То есть вопрос открытого, как бы, и вопрос относительно новых мер, которые позволят сдержать распространение инфекции, я имею в виду о каких-то мерах социального дистанцирования или даже локдаун, эти вопросы еще актуальны и, возможно, решения об этом будут приняты уже в ближайшие недели. То есть европейской экономике в таком новостном фоне точно не удастся выкарабкаться, и этим нужно пользоваться. И еще напоминаю то, что всегда в последнее время было очень хорошим основанием для принятия решений именно поведение участников рынка, когда я делил на толпу, большинство, меньшинство и данные, которые мы видим по индексу рыночных построений КМ. Сейчас позиционирование, опять же, прежнее, толпа покупает, и поэтому, друзья, ну давайте, пока ничего не изменилось, действовать с точки зрения продаж. И сегодня также предлагаю рискнуть продать с уровня где-то 1.1310 и стоп-лосс закинуть на максимум вчерашнего дня, метку 1.1390. И, кстати, сегодня видел цели банков Намура, Сити, Bank of America. У них диапазон ожиданий по снижению евро, причем, Виталий, уже до конца этого года варьирует от 1.09 до 1.11. Ну, средний возьмем 1.10. То есть, соответственно, с текущих уровней это 350 пунктов, друзья, потенциального снижения за оставшуюся часть этого года, а месяц уже декабрь начался, сегодня 1 декабря, то есть не так уж и много осталось. Что касается еще другого актива, это золото, которое как тенденцию я обозначал, скорее всего вниз, вниз мы и идем, $1783 за тройскую унцию. Я рекомендую шортить дальше на золото с целями 1750. Опять же, здесь главный инструмент принятия решения, ожиданий большего укрепления позиций доллара, возможно, даже повышение доходности американских облигаций и данные индекса рыночных построений Кайман. Тоже смотрю сейчас на показатели. Здесь даже поинтереснее статистика по распределению. 70% трейдеров сейчас золото покупают. То есть тотально большинство сейчас сидит в лонгах. Думаю, что пойдем еще ниже. Виталий, слово тебе. Так, приветствую всех. Сейчас сделаю демонстрацию экрана. Скажешь, когда будет видно. Видно. Итак, согласен, в принципе, со всеми твоими доводами по поводу рынка. Ну, по поводу Пауэлла, вот, к примеру, он, ты же знаешь, назначили его на второй срок главой ФРС, да? Да. На днях. И у него сейчас развязаны руки, то есть он видит, что реально есть проблемы в, скажем, в направлении инфляции, она достаточно большая, и говорить о том, что она временная и скоро все станет на свои места, это, ну, довольно глупо, нужно с этим как-то бороться, и они будут потихоньку, как он уже сказал и ты отметил, снижать выкуп активов, плюс, возможно, повышать ставки в какое-то ближайшее время, в следующем году, да, чтобы сбить как-то вот эту напругу, да, по поводу инфляции. Ну и плюс не забываем риски еще не только с ФРС, что они будут сворачивать. Ну, это, в принципе, как бы основной был момент, да, и за счет вливания денег рынки вот так росли, да, особенно S&P 500, потому что
индекс доллара уже давно развернулся. Если помнишь, я где-то месяц назад отмечал, что если сравнивать по аналогии с кризисом 2008 года, то там первый развернулся индекс доллара. Как мы видим, уже текущий год индекс доллара растет. Я об этом ранее говорил. Дальше S&P 500 ожидается и нефть. Как бы вот в таком формате они по последовательности шли. Плюс дополнительно можно добавить такие риски, как энергетический кризис. Да, мы видим, что такие товары, как нефть, там на максимумах практически, уголь. Да, сейчас проблема с углем, это давит на экономику. Там проблема с подорожанием газа, подорожанием других активов, скажем, которые там задеяны в производстве и так далее. Плюс не забываем о рисках с дефолтом по Китаю, который рано или поздно он сильнее вскроется, да, и будет какой-то комок такой, который накроет все, как мы видели и помним 2008 год, когда там один банк проблема, второй банк, потом и другая компания страховая, AIG, когда вот и пойдет вот этот комок, и я думаю, что 2022 год будет достаточно такой сложный. И как отметил один аналитик Вася, ну знаешь Вася, да, он вчера такую фразу, но я ее не буду говорить, знаешь, есть новогодние ралли, да? Да. Которые ожидает трейдер. Ну, рождественская, да. Да, рождественская ралли. Ну, до ралли слова можно добавить букву S впереди. Ну, это он так отметил. Достаточно смешно получилось. Ну, посмотрим. Возможно, будет какой-то ралли. S&P 500 не пойдет на снижение, еще будут добивать какие-то максимумы. Но я пока, если анализировать технически, вижу, что формируется возможное продолжение падения. Вот когда по S&P 500 мы продавим 45-75, вот поддержку, вот этот пятничный минимум. Вчера мы так ложно сделали. Если все-таки сегодня не смогут откупить достаточно сильно и дальше будут продолжать давить на данную зону поддержки, то мы можем очень хорошо провалиться на текущей или там на следующей неделе. Плюс уровень сопротивления в районе там 46-65, тоже на него стоит обратить внимание. Это уровень и зеркальный, и уровень отката первого дня, который откатили, да. И если мы эту всю зону удержим, то дальше, я думаю, будет падать. И дополнительно, если пробьем минимум, то это усиление будет достаточно сильным триггером для шорта. Вот если технически, не смотря на вот эти все моменты фундаментального характера, да. Дальше. Поэтому пока вижу здесь шорт, или на пробой работать через лимитку там с небольшим стоп-лоссом, или, скажем, в секущих, или если дадут повыше, рассматривать шорты со стоп-лоссом выше, там, в районе там 47.00. Дальше, что еще? По золоту, в принципе, с тобой согласен. Здесь достаточно его задавливает данный инструмент вниз. Плюс сломили вот тренд, который был локальный наверх. И здесь такое ощущение, что будут формировать шорты. Я пока не торгую золото. Видел вчера, что здесь, возможно, будет какой-то шорт, но не торговал этот момент. Будет ли мы с текущих падать или через какую-то коррекцию, время покажет. Есть еще момент, конечно, если сегодня будет сильный выкуп по золоту, то напоминает, такой момент был в конце июня. Вот здесь аналогичная картинка была. Если бы так откупили под хай, как вот здесь, то, возможно, еще по золоту затянется более глубокая коррекция, там в район 1830 плюс-минус, или там более сильное движение. Но это уже по факту декабрь, будем смотреть, что будет рисовать. Дальше, фунт-доллар. По фунт-доллару на понедельник советовал шортить. Торговались мы где-то на отметке 1.33.35. Был хороший уровень сопротивления откатный, плюс этот уровень зеркальный, плюс здесь очень красиво ложилась трендовая линия, то есть у нас весь ноябрь такой четкий отрисовался тренд. Вот первая точка, вторая точка, мы со второй точки делали перелоу этого тренда, то есть очень красиво, все технически по книге, по швагеру, как говорят, да.
И мы вчера как раз вот там шортили, я и ученикам писал, и в принципе понедельник на битве советовал со стоп-лоссом общим где-то в районе 1.3380. До него мы, слава богу, вчера не добили и сходили там фигуру полторы. На данный момент пока сохраняю идею шорта по данному активу. Отмена шорта будет, если там сломаем вот этот тренд, допустим, там сегодня-завтра, там каким-то импульсом, то в таком случае здесь будет напрашиваться какая-то коррекция. А так пока за снижение по данному активу. Дальше евро-доллар. По евро-доллару я с тобой солидарен, тоже за шорт. Конечно, чуть-чуть подпортило тот момент в понедельник, когда я с тобой был согласен за шорт, но я давал такую отметку, что пока там нету полной картины, и я, в принципе, тоже там шортил, и вот в понедельник какое-то у меня было такое, ходил там в торговый центр, помню, на протяжении дня, и как-то под конец дня все нормально торговались в плюсе, и думал, так закроется дневка, и как-то не досмотрел до конца дня, мы откупили достаточно сильно евро. Это означало, что скорее пойдем в лонг, но я не успел выскочить с этого момента. И здесь тоже получил стоп-лосс. И на текущий момент рассматриваю шорт с текущих. Вот можно 1.1330 со стоп-лоссом за вчерашний хай и падать, ну, в районе там 1.12 и, возможно, там 1.11, 1.10 там на протяжении. Ну, я думаю, на этой неделе вряд ли мы туда дойдем. Ну, где-то на протяжении там недели-двух будем падать. Будем ли мы падать с текущих или еще какой-то будет там более сложный откат, время покажет. Но пока согласен с тобой по евро-доллару за снижение. Так, ну и, в принципе, все по рынку у меня. А, еще один момент. Вот, кстати, вот, остановим демонстрацию. Вот как раз мы обсуждали это с одним аналитиком где-то 2 месяца назад. Вот, была проблема. Ну, как я уже сказал, я верю в эту теорию, что по поводу, что население Земли хотят уменьшить до 1 миллиарда, там 2. Вот, как сказали, этим вирусом будут убивать старых. Да, то есть, ну, в формате старых, там, кто постарше, там, 60, 70, 80 лет. И, в принципе, так я и вижу, что в основном это население и убывает, и болеет более сильно по сравнению с мелкими. А вот другое население будет убивать по формату вакцин, да. И вот был еще такой момент, что, в принципе, вакцинированное население было какое в основном? Это белое, да, условно. Там Европа, Штаты и так далее. Ну, там еще Китай, конечно, вакцинировали по полной программе. А вопрос был еще по поводу Африки, да. Она же там, в принципе, была не вакцинирована, но как раз подогнали вот этот вирус африканский. И плюс сейчас уже все делятся там вакцинами. И там Китай подарит 1 миллиард вакцин. Вот там как раз... Вот и добрались и до Африки, скажем. Ну, скажем, все идет по плану, пока у них время покажет, скажем, какая теория сработает. Угу. Спасибо тебе, Виталий, за рекомендации, за сделки. Ну что, друзья, следим. Опять же, в понедельник снова мы все обсудим. Виталий, тебе хорошего закрытия недели и хороших выходных. Все, пока. Удачи и пока.